Я справляюсь. Андрей Павлович, сам уйдет? Не, я делаю, шеф. Честно говоря, этот проект наш появился не просто так. Дело в том, что в России сложились очень нездоровые отношения между врачами и пациентами. И то, что мы сейчас наблюдаем в медиапространстве, это прямое следствие этого. Есть ощущение, что врачи с пациентами стоят по разные стороны баррикады. Мы пропагандируем и исповедуем доказательный подход к медицине и правильной этикой общения пациента и врача. И для того, чтобы что-то поменять, нужно прямо сотни и сотни и сотни и сотни врачей с одинаковой идеологией. Здрасте. На каком месте? Пациент, доктор, разные уровни. То есть я стараюсь уравнять. То есть разными способами. Сесть с ним рядом. Ну, как бы первый способ – это сесть с ним на одном уровне. То есть начать не с медицинских тем, обязательно улыбнуться ему. Же мы отдыхаем, а мне губы накрасила. Ну, просто вообще. У тебя ж муж есть, куда тебе сходить еще? Знаете, чем отличается хирург от Бога? Бог себя никогда не считает хирургом. Хирургия, она как порно. Можно сколько угодно на нее смотреть, но как только доходит до дела, ничего не получается. Поэтому тренировки, 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 помимо просмотра. То есть это абсолютно те же ощущения, как в организме человека. Абсолютно. То есть, если ты начнешь относиться с уважением к филе и к работе с филе, ну, куриным, то уважение к тканям внутренним, то есть у тебя автоматически тоже разовьется. Дрожь в руках может сильно затруднить операцию. Дрожь в голове делает эту операцию опасной и бессмысленной. Он не всегда может сдержать свои эмоции. Это, на мой взгляд, не самое хорошее качество для доктора, для хирурга, потому что хирург должен свои эмоции держать при себе. Я стараюсь весь свой характер, всю свою энергетику, весь свой запал распылить между пациентами, а уже в операционной поймать дзен и работать спокойно и не переживать по этому поводу. Мы стараемся делать так, не просто стараемся, а делаем так, чтобы они начинали преподавать сами. И в итоге они должны, так сказать, суметь воспроизвести в том числе и опыт обучения обучению. Понимаете, это вирус. Это вирус, вот так работает вирус. Мы можем бесконечно собирать деньги на конкретные случаи конкретных там, больных детей или больных взрослых. Но мы так и будем это делать бесконечно, пока мы своих не воспитаем людей, на которых не надо будет собирать, все будет работать как часы.